15 и 16 декабря 2018 года я прошла тренинг двухдневный у Игоря Кима. Человек благодаря Игорю становится лицом к лицу с самим собой, с той сущностью, которая внутри него, со всеми их обидами, со всеми, грубо говоря, тараканами в голове. И он уже понимает, что ты или дальше живешь с этим всем, либо ты от этого избавляешься. Есть другие какие-нибудь тренинги, есть книги, есть психологи, в конце концов. Но просто настолько сильно вытаскивать твое нутро может только Игорь. Потому что настолько живо ты это все видишь, и настолько ты понимаешь, что это все тебя тяготило, и что так жить нельзя, и лучше избавиться от этого и жить дальше. А у меня, например, была обида. Была очень сильная обида, которая даже влияла на мое здоровье. То есть у меня были большие проблемы с щитовидкой. Мы проработали много моментов во время тренинга «Эмоциональная свобода», но именно этот момент, он был проработан настолько хорошо, что я, честно, не ожидала такого. Много агрессии из меня вышло. Вышла эта обида, вышло неприятие себя, как раз, которое основа этого неприятия лежала в обиде на отца, вот. И я считаю, что за такое короткое время, то есть двое суток, грубо говоря, два рабочих дня, 16 часов, и такой результат, это дорогого стоит. По окончании тренинга Айнур присылает на почту каждого из нас все задания, которые необходимо выполнять. Людям, которые увидят мой отзыв, я порекомендую собраться с силами. Если вы чувствуете, что вы не справляетесь, вы понимаете, что есть какие-то проблемы, но вы с ними не можете справиться, нет ничего плохого в том, чтобы прийти за помощью. Никогда не поздно обратиться за помощью, и мне кажется, обращение за помощью именно к Игорю Ким будет самым хорошим решением. Игорь, я не знаю, как поблагодарить вас за то, что вы мне действительно помогли, за то, что указали мне мою ошибку. Ну, это не ошибка, это просто какую-то часть меня, которая мне вредит, мне самой вредит. И вы помогли увидеть ее во всей красе, прям лицом к лицу, и помогли понять, что не нужно ни на кого обижаться, не нужно таить себе негатив или еще что-то. Нужно двигаться дальше, несмотря ни на что, и всегда находить себе силы.